Должникам будут отключать воду. Такие меры, по словам судоисполнителей, являются наиболее действенными. Компания «Каргандысу» приобрела устройство, позволяющее перекрывать воду индивидуально в любой квартире многоэтажного дома. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Здравствуйте. Государственный судебный исполнитель. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Гражданам, не выплатившим задолженность по коммунальным платежам, теперь будут отключать канализацию. В департаменте по исполнению судебных актов началась широкомасштабная акция «Праздник проведем без долгов», приуроченная ко дню Конституции Республики Казахстан. Перед началом акции судоисполнители проводили с должниками разъяснительную работу. Это мероприятие имеет республиканский масштаб и продлится до 30 августа. Мы сегодня выехали на исполнение, у нас сотрудники «Караганда-Жилу» и «СУ». «Караганда-СУ» у нас, получается, они приобрели новый прибор, называется «Паучок». Это, получается, не входя в квартиру должника, мы могли преимущество, что перекрытием канализацию. Для борьбы с недобросовестными плательщиками компания «Каргандысу» приобрела аппарат, позволяющий отключать канализацию в квартире должника. Ранее, чтобы лишить недобросовестного гражданина воды, необходимо было перекрыть все квартиры по одному стояку. От этого страдали ни в чем не повинные люди. По словам Марии Богдан, пресс-секретаря компании, практика показывает, в 98 случаях из 100 в течение 3 дней должник оплачивает всю сумму задолженности, несмотря на ее размеры. С крыши опускается зонд, это специальное устройство, которое позволяет лишить недобросовестного плательщика доступа к канализации. Ежедневно по городу Караганде отключается 5-6 квартир. На одну процедуру отключения канализации тратится в среднем 30-35 минут. Марк Бышко, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.